Народ, небольшой комментарий касательно третьего канала. Из-за чего и из-за кого говорить не буду, но из-за двух разных причин прилетело уже два неапеллируемых страйка. Не буду радовать никого из многочисленных групп моих хейтеров и недоброжелателей, но, скажем так, конечно же, оба страйка я считаю абсолютно блядскими, несправедливыми и просто в рот ебаными, но, типа, это либо подляна просто и тупость самого Ютуба, либо месть каких-то пидорасов, которых я обидел своими видео. Вот и все. Каких-то обиженных пидорасов. Собственно, лучше ничего там вообще не трогать, а то и, может быть, даже поскрывать много всяких разных видео на том канале до конца лета. Вот так. И всех ценителей какого-либо контента с третьего канала я настоятельно вам рекомендую. Типа, скачайте с него какие-то самые любимые ваши видео, и я даю полный карт-бланш на перезаливы на там ВКонтакте, на YouTube, то есть просто скачивайте, что хотите, перезаливайте, куда хотите. Ну, желательно, конечно, отмечать, что это там Моисей Великанов, оставлять ссылку на какие-то мои, либо на какие-то каналы, либо какие-то соцсети, либо что-то. Ну и, конечно, наверное, лучше не выкладывать какой-то контент, который как-то может меня либо дискредитировать, либо который уже не актуален. То есть как-то типа вводить в заблуждение, обманывать народ. Ну, например, выкладывать сейчас видео там времен каких-то срачей, допустим, с какими-то людьми, с которыми срача уже нет. И при этом еще и подписывать, что это мой канал, хотя это может быть и не мой канал. Вот такого, пожалуйста, не делать. То есть можно подписать, например, там, перезаливщик Моисея или, блядь, как угодно, там, типа, просто, чё, короче. Либо просто скачайте их себе на диск до лучших времен. Мне, потому что пиздец впадло этим заниматься, я там, для меня ничего суперценного вообще нет на третьем канале. То есть, как бы, ценное там есть для зрителей. Вот то, что, дорогие зрители, вы считаете на третьем канале ценным, я, собственно, рекомендую вам скачать, потому что там хз, что будет, и надеемся на лучшее. Пока что остаемся здесь и надолго.